to every damn week. Let it find out as we tie the humble and the suit of an energy. Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем вам огромнейший привет. Привет, привет. Сегодня у нас воскресенье, 25 июня. 25 июня. И вчера был, оказывается, День молодежи. А я вас даже не поздравил. А День молодежи был. Все отмечали, все гуляли. Но не все. Все отмечали по-разному. Кто-то, конечно. Ладно, давайте это попозже поговорим. Давайте начнем сначала именно непосредственно, чего касается прекрасного Сочи. Да, то у меня там уже много желания появилось постебаться, как говорится, то, что вы обычно не любите. Давайте сначала серьезно про новости. Ну, давайте прям по-серьезному. В Сочи, Доме молодежи, появится новое помещение для разных занятий. Для тэквондо, для дзюдо, для бусидо, для каратэ-до и так далее. И очень много. И еще много чего будет интересного. А находимся это в самом центре, улица Навагинская. В общем, сейчас он уже открыт, а еще 700 метров должны открыть. Правда всплыла наружу. Во главе империи стоял пират, подменивший Петра Первого. Да, говорит, вот такие вот слухи сейчас ходят. Говорит, а Петр-то был не настоящий. Это был пират, один в один похожий на Петра Первого. Поэтому и открылся у нас, что у нас открылось? Окно в Европу. Сейчас, конечно, закрыли. Сейчас, конечно, заколотили. В Европу прям впиндюрили, там по самой не балуйся. И поэтому объясняют, что Петр Первый был талантливым, в том числе стратегом по морскому бою и так далее. Потому что он был пират. Вот как бы так. Конечно, сейчас таких вот всяких домыслов рождается очень много. Я в это даже не хочу вникать. Факт остается фактом. Петр Первый сделал много хорошего для того, чтобы, соответственно, в то время начали развиваться. Даже элементарно, хотя бы бороду постригли бояре. Тоже хорошо, правильно? Там, не знаю, сигареты начали курить. Ну, ничего страшного, там, чай начали пить, да, и так далее. И, в конце концов, там у нас морской флот появился. Тоже большой плюс, да. Там и с европейцами стали мы как-то торговать. Тоже большой плюс. Ну, сейчас, конечно, это все не во всякий случай закрывает, так как история у нас повторяется. Будь проклят тот день, когда я на это подписался. Россиянин сказал, почему нашим нечего делать в Черногории. Я думаю, блин, Черногория. Все говорят, прям, о, Черногория. Звучит-то классно. Он говорит, блин, а в Черногории, говорит, сука, медицины нет. Говорит, даже платной нет медицины нормальной. Говорит, в Сочи, говорит, медицина лучше, говорит, чем в Черногории. А это уже, значит, уровень. Понимаете, как Сочи сравнивать? Второе, конечно же, это нет никакого толком обучения и образования. Говорит. Все деньги, говорит, уходят на индивидуальные занятия, на репетиторство. А так, говорит, ваш ребенок будет не очень конченый, понимаете? Ну и третье, говорит, там тоже, говорит, жизнь не такая сладкая, как себе нафантазировали. В режиме супербомж жить можно, но ничего более. Только в режиме супербомж. Бывает же, бывает. Сегодня с утра так порезался, да? А вы мне даже не подсказываете, что я с утра порезался, как еду, как чмошник последний. Он так как бы так, на радостях, да, начал там бриться быстрее, думаю. Ну, думаю, Петр Первый сказал, прочитал новость. Давай, думаю, побреюсь. Вот так бы так. Им ничего не стоит пристрелить человека. Турист рассказал, почему решил прервать отдых в Абхазии. Она говорит, ну ё-моё, почему ты решил прервать? Да потому что, говорит, приехали, говорит, срач там, приехали то, приехали это. Плюс, опять же, там, если ты поругаешься, у них осталось много еще оружия с той самой гражданской войны. Тут тебя еще могут и тебя пристрелить нахрен и все остальное. Говорит, вообще беспредел полный. Безопасности себя не чувствуешь. Самое интересное, говорит, что... Это написала жительница Беларуси. Я вообще не понимаю, тут без Беларуси она реально ненормальная, да, раз она взяла и приехала. Хотя нет, Беларусь это святое. Чуть позже об этом. Ну, соответственно, как бы она приехала, говорит, да, говорит, за эти деньги, говорит, как я отдыхала, говорит, это в отеле 2 звезды минус,
Да я могла, обалденно могла отдохнуть в том же самом, например, не знаю, там, в той же самой Турции и так далее. Ну, понимаете, говорит, ну, реально могла отдохнуть. А здесь, говорит, в таком гадюшнике, такой говнорежим, говорит, кроме природы ничего нету хорошего, говорит. И все, говорит, природа, воздух, да, классно. Все остальное шляпа, говорит, конченая. Ну, вот как бы и так получилось у нас. Ну, ничего страшного бывает. Значит так. Я боялась выйти из отеля туристской из России, сказала, почему больше не поедет в Турцию. Ну, точнее, в Турцию, в Стамбул. Она говорит, ну вот, вроде бы все хорошо, говорит, для людей с ограниченными возможностями вроде все хорошо. Пошла, говорит, понаблюдать, говорит, на море, говорит, как там плещется водичка, подышать свежим воздухом, посмотреть, где то самое мраморное море соприкасается с таким. Ну, короче, начал сидеть, говорит, какой-то романтизм, говорит, ну, как бы реально, говорит. И тут, говорит, ко мне подходит какой-то, говорит, коматозный бомж и предлагает мне всякую херню, говорит. Я, говорит, прям так вот цитирую, говорит, прям всякую. Я говорю, не надо, спасибо. Он берет на лавочке, передо мной все это разложил и пошел вызывать полицию. Вот такие вот они, говорит, такие злые махинаторы, которые работают как роботы-терминаторы, вот так вот. И все, и хотел меня что делать? Поиметь, да, вот именно поиметь. Я, говорит, понимаю, если бы он хотел меня поиметь в буквальном смысле, я, может быть, и не сопротивлялась бы, понимаете? Ну а что, говорит, заняться любовью с турком, это вообще святое, говорит, для русской одинокой женщины. А здесь, получается, просто он хотел меня просто поиметь, просто обмануть, просто и все. Ну, как бы, тратить мои деньги. Говорит, ну, это же нормально, говорит. Ну, на это не договаривались нифига. Ну, в общем, все, бывает. Видите, кто-то там не Абхазии недоволен, кто-то там Стамбул недоволен, бывает. Парк Ривьера подготовил мероприятие для жителей и гостей Сочи. Вчера было очень много всевозможных мероприятий, но самые грандиозные мероприятия прошли в Ростове, как все говорят. Да? Ростов перебил вчера День молодежи очень сильно. Очень много осталось на память хороших фотографий, но проверить попозже. Кошмар с утра пораньше. Что произошло в центре Сочи? А в центре Сочи сбили у нас пешехода. Да-да. А я думал, что напишут, блин, ребят, кошмар в центре Сочи. А вчера, всю ночь с мигалками, кто живет в районе Сергиеполя или кто живет в Дагомысе, не дадут мне соврать, вчера очень много двигалось военной техники по Сочи именно в 3-4 часа ночи. Именно вчера. Вот как бы так. Ну, оказывается, самое страшное то, что сбили пешехода. А то, что там вчера техника ехала и при этом, да, ну, чтобы было понимание, при этом, там, не знаю, там и ночью работали и сирены, и все остальное, это никого не дергает. Кого, как говорится, дергает чужое горе. Ну, это все, в принципе, про Сочи. Ну, давайте, ладно, вчера был День молодежи, я вчера был на одном мероприятии, с друзьями собирались в Старгород, просто там сидели кальян покурить, там поглазеть, там посмотреть на все подряд. Кстати, прикольно было вчера, прикольно. Ну, сразу было видно, что заточено все под туристов, да. Принесли барабульку, барабулька просто конченая. Я не понимаю, как можно барабульку готовить, ну, жарить. Ребят, она пожарена была вместе с кишками. Я, конечно, не повар. Может быть, в кишках есть какая-то изюминка. Но я не понимаю, как можно барабульку жарить и подавать гостям с кишками, сука, с кишками. Потом, что там у нас еще было интересного? Мясо, кстати, в этот раз было хорошее, прям нормально зашло мне мясо. Потом креветки были маленькие, конченые. Весело. Пели там кавер-группы там. На вечеринке лучших друзей ты танцевал. Ну, такое, ну, весело было. Даже я вышел, даже мы с Димариком с Красноярска, даже одну композицию, да. Я на тебе, там, как на войне. Ну, помните, Агата Кристина, вот это? А на войне, как на тебе. Ну, помните же. Короче, мы там немножко потанцевали, все хорошо. Ну, не вдвоем потанцевали, в кругу потанцевали. То сейчас подумайте, что мы гребаные старые извращенцы. А вчера День молодежи. Вообще, вчера День молодежи отмечать не хотел, потому что чувствую себя старым. Старым и разбитым. Ну, бывает же такое? Бывает. Ну, в общем, как бы так. В целом,
вчера та самая Астория, которая в Турцию, да, ушла вчера по расписанию, все хорошо, по расписанию. Мы смотрели, видели, как вчера тот самый лайнер улепетывает. Так было красиво, так было романтично. Вроде нормально. В Сочи вчера было все спокойно, за исключением некоторых таксистов, которые периодически названивали, говорят, ты видел, что в Ростове? А ты видел, что на Москву? А ты видел? Вот если это все это убрать, то в целом ситуация была тихая, спокойная. Теперь, что касается вчерашней ситуации. Ну что, Ростов взяли, да, вагнеровцы, двинулись на Москву, тебе на У, поехали и так далее. Соответственно, за этой ситуацией, наверное, смотрел весь мир в первую очередь. И, конечно же, меньше всего смотрели на эту ситуацию сочинцы, потому что им было по барабану. Потому что вчера был праздник, вообще было насрать, кто куда пошел и так далее. Но какие сделали определенные выводы, да? Оказывается, у нас можно спокойно прийти и просто кучкой людей забрать штаб, да, в Ростове, вообще не напрягаясь. Оказывается, у нас по трассе М4 можно спокойно, там за определенный промежуток времени легко добраться, оказывается, эти 1000 километров преодолеть там очень легко до Москвы, да. И при этом оказалось, что у нас очень хорошая военная подготовка, что даже не смогли элементарно там остановить, там, да, то там КамАЗы поставили щебенкой, то начали полотно вскрывать экскаваторами. Ну, цирк, ну, шапито, реально. И оказывается, что у нас не в состоянии остановить колонну. Что, соответственно, получилось на финише? Батька Махно, ну, не батька Махно, из Беларуси, позвонил у нас тому самому, который сказали, Путин сказал в 9 утра, рецидивисту и тому подобное, предателю и отступнику и все остальное, позвонили Пригожину. Пригожин, соответственно, в свою очередь взял и... Ну что он взял? Он взял и все. Теперь с утра прочитал новости. Что ждет Пригожин? Пригожин, соответственно, во всяком случае, это лучше дождаться ответа от Пригожина, а не то, что написали СМИ. Ну, СМИ написали так. Пригожин, соответственно, уезжает к батьке жить. Ну, батька пообещал там как бы два поля картошки. Ему это важно же. А Пригожин уезжает. Евгений Пригожин, а то подумайте, что Иосиф Пригожин, нет. Уезжает в Белоруссию, его ребята будут служить Минобороны, если не ошибаюсь. Ну, а в общем, Пригожин уезжает в Белоруссию. Зачем он там нужен? Какая цель? Ну, факт остается фактом. Благодаря батьке не развязалась Третья мировая война. Батька красавчик. Как-то он смог договориться. Одно дело, возникает вопрос к нашему руководству. А почему кто-то может договориться, а почему мы сами не можем договориться, или мы принципиально не хотим договариваться? Ну да ладно, это не важно. В принципе, по барабану, да? Все. Факт остается фактом. Что эта ситуация показала? Эта ситуация показала всему миру, что оказывается, не так все хорошо в России, скорее всего. Раз можно 1000 километров преодолеть просто, ну, кто ездил по трассе М4, это, понимаете, там ни гор нет, ничего. Это ровная поверхность. Это в окружении нет ни одного деревца, ничего. Это просто, нифига себе, он обогнал, да, по встречке здесь, прикольно, да? Я сижу, жду, он по встречке у нас обогнал, прикольно, красавчик. Соответственно, можно спокойно проехаться, ну, реально спокойно проехаться. Тут, не знаю, тут даже стратегии-то, ну, посмотришь даже военные фильмы, да, ну, разбей ты первый, единственный, кто спереди едет, и заднего, самого дальнего, да, чтобы не могли никуда не разъехаться, там, опять же, мосты были и тому подобное, и все. А оказывается, вот так вот. Теперь, соответственно, после вчерашнего украинские, так скажем, украинские СМИ просто ликовали, просто они там были в угаре, писали, Пригожин везде вставляли и так далее. Ну и, соответственно, и в России у нас разделились все на два лагеря. Кто-то за Пригожина, за революцию, и, так скажем, да, у нас, как 1917 год, красные и белые, тем более Пригожин был в символических белых повязках, да, ну, с белыми повязками был. И все, помните, нас в школе нам говорили, да, что красногвардейцы – красавцы, а белогвардейцы – суки такие, да, вспомните, мальчишаки-мальчиша, вспомните всех, Павлика Морозова и так далее, вспомните, да.
А никто из вас толком и не знает, что, да, ну, как бы красные и белые, кто с кем воевал, да. Соответственно, красногвардейцы – это крестьянская армия, которая вот вышла там с полей, там, с вилами. И, соответственно, белогвардейцы, да, это была та самая царская армия с образованием, которое было там, все там как бы, ну, как положено, да, как бы, которые были больше за царя. За царя, соответственно, были, и были те, которые были против царя, да. Соответственно, царь тогда, помните, да, кто был? Ну, Романов, да, у нас был это... Романова, да, один из последних. Здесь, в принципе, то же самое примерно было. Соответственно, кто был за царя, да, знаете, кто царь, да, на наше время, и кто был против царя. И пошло-пошло, как говорится, поехало. Ну и, конечно, многие хотели, может быть, что-то дошло все до логического завершения, некоторые, наоборот, боялись, бздели. Ну, бывает такое, ничего страшного. Тут, конечно же, кто обычно выигрывает, когда идет война. Да, скажу это слово, война. Мятеж, бунт, конечно же, выигрывают в первую очередь банки. Вчера в 9 часов утра, в 9.30, Сбербанк, Форабанк и все остальные, кто вчера работал, именно в субботу, задрали доллар, продавали по 105 рублей. И находились дебилоиды, которые покупали по 105 рублей. Хотя продавали по 105, покупали по 82 рубля, да, получается. Разница была колоссальная. То же самое было и с евро. Соответственно, евро, если при курсе 90, соответственно, умудрялись продавать по 115. И многие, даже мои знакомые, ребят, они взяли и вчера набрали все. Но уже ближе к 6 часам вечера уже все немножечко устаканилось. Но банки взяли свое. Именно на тех людей, у которых паника, все, они их вчера поимели. Конечно же, нашлись те люди, которые вчера обосрались. Ну, не без этого, как же без этого, да? Обосрались. Особенно мужики, здоровые мужики, которые стали срочно нужно лететь в Турцию. Блин, что-то в России творится непонятное. Надо срочно куда-нибудь подальше сваливать, где нет визы, ничего. И вчера были рекорды. Рекорды побиты даже, когда была мобилизация. Вчера билеты в Турцию продавались по 250 тысяч рублей за эконом. По 250 тысяч. И вчера было продано рекордное количество билетов по такой сумме. Даже в период мобилизации, когда объявили, таких не было. Тоже поздравляем, мужики, вы красавцы. По 250 тысяч купите билет в один конец в Турцию, чтобы полететь, вы молодцы. Ну, реально молодцы. Потому что большая часть, а это 84% по официальной статистике, покупали, вот видите, мужики, вот день молодежи, каждый уважающийся мужик решил взять и решить полететь в Турцию. И там отметить. Красавцы. Блин, надо тут было тоже. Ну, в общем, как бы так. Теперь, что касается... всего, да. Соответственно, сейчас многие уже узнали на телеканалах, да, что там был такой-то Пригожин, хотел сделать то. Многие начали загугливать, некоторые бабушки не понимают, ну как так? Иосиф Пригожин, хороший же был человек, хороший же, артист, сука! А потом хоп, говорит, нет, не Пригожин, не Иосиф, другое. Какой Евгений? Бабушки начинают загугливать. Ё-моё, это же повар Путин, ну ладно, тот еще творческий человек, говорит, Иосиф, говорит, ну Евгений, говорит, что он может плохого сделать, это же повар, говорит, это же ресторатор, не терминатор, говорит, а ресторатор. Ну, в общем, начали объяснять, и начали бабушки погружаться в тот самый интернет. А в интернете, конечно, самое интересное, это было обращение Пригожина, точнее не обращение, а такой 30-минутный рассказ по поводу того, откуда началась операция, какие были ее предпосылки, кто у нас выгодоприобретатель этой операции, кто, соответственно, у нас обосрался на этой специальной военной операции, что нас ждет дальше и что с этим делать. И на самом деле, знаете, как бы я вот... такой вот, я оптимист по жизни, да, я оптимист, я такой, знаете, такой заряженный, давай. Ну, послушал я это выступление 30-минутное, и как-то печально стало.
и грустно. И многие говорили: вот, Максим, ты говорил, что это не твой бизнес, поэтому ты не суешься и так далее. Ну и Пригожин то же самое рассказал всем нам, да, что это всего лишь бизнес, всего лишь идет раздел, это разворовывает тот самый Донбасс, соответственно, да, кому-то нужны звездочки. И, получается, из-за там пятерки олигархов, как бы, гибнут наши пацаны, гибнут наши земляки и тому подобное. Все это он взял и рассказал. И, соответственно, все рассказал правильно. Если, например, кто-то там нашел это 30-минутное выступление, скорее всего, даже какая-нибудь даже бабушка, которая Евгения Пригожина не может отличить от Иосифа Пригожина, да, как бы для нее это один хрен, только вид сбоку, то, конечно же, ситуация такая, ну, мягко говоря, не очень хорошая. Блин, может, машину помыть? Блин, или не помыть, потому что сейчас по стройкам ездил. Ну, в общем, вот как бы так, вот, ну, как вот, как бы так. Ну и, в общем, я думаю, люди тоже для себя выводы сделали. Какой для себя сделал вывод я? Ну, блин, эти выводы очень страшные, да? Показалось, что, оказывается, у нас можно спокойно разъезжать на дезертиром, да, как у нас, как Путин сказал, да, там, и это, спокойно можно проехать 1000 километров, и с ними ничего никто не может наше сделать. Уже ты начинаешь верить Пригожину, что у нас армия на нуле, и мы далеко и не вторая, и не третья, и не четвертая армия в мире и так далее. С этой ситуацией я понял одну простую вещь, что, скорее всего, наверное, украинцы будут, не знаю, там, развивать контрнаступление, потому что понимают, что даже, говорит, там не могут там каких-то там остановить задрыпанных 25 тысяч человек, хотя не 25 тысяч, там, может быть, даже, может быть, 1005 человек двигались в сторону Москвы, и все. Соответственно, посмотрел по индексам, по некоторым, по недвижимости. Недвижимость в Москве, я думаю, в ближайший месяц просядет очень сильно по цене. Поэтому, кто, если мечтал купить недвижимость в Москве, то у вас шанс. Потому что, с одной стороны, украинцы, с другой стороны, свои же, да, как бы никто не может дать 100% уверенности, что сейчас какому-нибудь генералу в голову что-то не стукнет, да, к примеру, какому-нибудь генералу, например, с Чечни, и возьмут, не развернут технику и в другую сторону. То они до Ростова быстренько доехали, а то, может быть, ну, может быть, подвиг Пригожина кто-то захочет еще повторить, чтобы с тем могли как-то договориться, да, хотя с террористами и тому подобное договариваться нельзя. Плюс еще мы поняли, что, оказывается, у нас действительно есть очень много всевозможной специальной военной техники, только она почему-то находится не на передовой, не на фронте, а она где-то отсиживается для лучших времен. Мы это все поняли, потому что вчера смотрели колонну с Чечни, которая ехала, да, там самые кадыровцев, да, там все новенькие, даже муха не лежит. Да, я скажу, что не лежала, ну, есть другое выражение, даже муха не лежала. Все эти новые там БТРчики, вот это все новые автоматы. Есть, оказывается, солдаты, у которых даже пылинки нет, вы понимаете, там, не как нам показывают, что там это ЧВК Вагнер, там, выходит, там, все в говне, все в крови, все такие, а такие прям, все там, у всех там, смотрю, такие бородки, бороды пострижены в барбершопе, такие все, такая элитная есть у нас армия, и все. Ну и, соответственно, что у нас? Ну, раз Пригожин взял, ни с того ни с сего пошел, им ничего за это не было, то почему мешает любому другому генералу, который сошел с ума на какое-то время, ну, может сойти же с ума какой-нибудь генерал, правильно, и взять и развернуть. Потому что солдаты, да, они подчиняются не там, ну, хоть говорит, главнокомандующим и так далее. Да нет, солдаты, они подчиняются своему непосредственно командиру, который с ними прошел огонь и воду, и медные трубы. И солдатам по барабану, кто там что там сверху стоит, и кто там что там ими пытается руководить, да, и там приказывать и так далее. Ну, конечно, вот эта ситуация, хорошо, что она разрешилась, хотя, не знаю, это хорошо она разрешилась, либо плохо разрешилась, да, ну, не знаю, да, хорошо, что там не было кровопролития и так далее, еще у нас же здесь на территории, да, на территории Российской Федерации,
Показало, что, оказывается, можно там захватить любой город и ничего не сделать. Можно то, можно это. Если раньше Путин говорил, что с террористами разговаривать нельзя и тому подобное, да, но когда вооруженные люди захватывают то или иное здание, тем более там здание обороны, то если не террористы, то кто это, да? Вот, ну, я просто пытаюсь логически все сопоставить, да. Вот как бы так. А по итогу, оказывается, можно договариваться с террористами еще. Как можно, да? Знаете, как в том анекдоте про самолет, когда ну, короче, ладно, не буду, он плохой, вот он пошлый, Леха лучше его рассказывает, потом как-то расскажет вам, и все. На самом деле, знаете, что я могу сказать? Я могу сказать словами того самого гаишника, который меня тормознул. Интересный вы человек, а я могу сказать так. Неинтересный я человек, в интересное время мы с вами живем. Кто бы мог подумать, что может так все. Хотя я думаю, что процентов 30, даже никто даже и не знал, что там Ростов захватили, что и шли на Москву и так далее, что там, не знаю, вот даже половину, процентов 30 точно даже не знали, по барабану было все. Потому что у всех было все хорошо, прекрасно и замечательно. Но в вчерашней ситуации... Это, конечно же, выиграла у нас информационную войну, конечно же, выиграла вся Европа, Украина. Соответственно, рейтинг, я думаю, Путина, я думаю, упал, как бы ни крути, хотя я там, ну, всегда там за Путина и так далее, но по вчерашней ситуации точно он упал. Рейтинг доверия Шойгу и тому подобное тоже очень сильно упал. И я думаю, что если, скорее всего, там ничего такого глобального за пару недель не поменяется, то у нас, скорее всего, будет скоро будет аналог той самой Октябрьской революции. Потому что у многих уже, соответственно, есть точка кипения. Хотя, с другой стороны, как говорят исследователи, нифига, у нас очень много людей, которые живут очень хорошо. Я смотрел исследования белорусов, смотрел исследования украинцев, Молдавы и смотрел россиян, когда спрашивали, да, как вы себя оцениваете, вашу жизнь, сколько у вас уходит на коммунальные платежи, сколько то, вот это посмотрел. И все-таки россияне, может быть, так это просто москвичи ответили, может, в регионах, если бы взяли, было все по-другому, как бы они, как бы, судя по всем вопросам, что они самые счастливые россияне, поэтому, когда счастье есть, ждать там каких-то глобальных переворотов и тому подобное и не стоит. Вот как бы так. Извиняюсь, что у нас маленький новостной блок перешел в политический блок, но по большому счету, как-то стало страшно и печально после вчерашней ситуации. И раньше мы не могли понять, почему дошли до Киева, развернулись и ушли. Но, в принципе, по этому поводу Пригожин четко дал разъяснение. Теперь уже все понятно. Раньше было что-то еще непонятное и так далее. В общем, все ждут официально то, что скажет Пригожин. Потому что как там с ним батька смог договориться, как батька на него может влиять, как так получилось, что... колонну пропустили, на 900 километров, чтобы она доехала до Москвы, как раз где у нас хранится ядерное оружие и так далее. Как это все происходило, мне, если честно, непонятно. А на этом я с вами прощаюсь. Вам всем прекраснейшего настроения, вам всем побольше позитива. Вас с днем, молодежи. Всем добра и пока.